что они делают. Ну, целое утро. Я на работу уезжала. Они были на другой улице. Может, там чистят какой этот, как их называют, туверия. Ну, где проходят воды и все такое. Не знаю. В общем, муж сейчас пришел, принес нам рыбу, представляете? Он иногда заходит в магазин. Вот, купил, смотрите, мне сардины. Вот, а себе купил вот килька, бакеронес. Так их почистил сам. Сейчас пожарю в муке. Себе вот такой вот это, ну это как сальтичон по-русски, да, свинины. Это его хлеб. А мне говорит, смотри, какой тебе хлеб купил. Вот такой хлеб купил. Выглядит, кстати, круто. Ой, с сардинами будет вообще очень вкусно. Еще зачем-то две банки вот таких штуки. Не знаю зачем. Ну, раз купил, так купил. Вот, сейчас я буду... А, я знаете, что хотела? Я хотела, помимо... Вот, смотрите, один раз поела, и вот они весь лежат. Так вот, и вот так мы едим. В охоточку. Потом будет лежать, Потому что есть вообще некогда. Некогда. Так, я, знаете, что еще хочу? У меня есть шпинат. Я купила на днях вот тут вот такой вот творожный сыр. Он идет с чесноком и с разными травами. Но мне что-то он как-то не понравился, потому что там какая-то как кусочки чего-то. Я люблю все-таки, если творожный сыр, то просто без всего. Сливочный. А эти какие-то кусочки там. Вот, но я придумала, что я с ним сделаю. Я сейчас сделаю с ним шпинат. У меня тут шпинат есть. Я вас долбанула об это. Об этишку. Ну ничего страшного, я так думаю, да? Да, ничего страшного. Вы живые? Пишите комментарии, вы живые? Так, так что сейчас забацаю шпинатик. Смешаю эту с гречкой. Ай, мне еще надо ножки варить сегодня поставить. У меня же гречка еще осталась. И с сардинками. Как вам такое меню? Я как раз хотела лосось достать. Но так как у меня, раз он сардины купил, значит без лосося обойдемся. На свете лучше нету, чем бродить друзьям по белу свету. Какой же... Свои любимые сковородочки сделала. Не знаю, почему я эту люблю сковородку больше всего. Вот. А там рыбу пожарю. В общем, сейчас буду готовить. И машинку потом нужно повесить. Ну, не машинку, а белье из машинки. Прям добавлю вот так вот творожный сыр. Сейчас он растает и добавлю туда шпинат. И все, блюдо готово. Представляете, как быстро. Пахнет вкусно и все. Но там какие-то кусочки непонятные. А я, знаете, не люблю вот не вот какие чтобы кусочки. Или вот кофе, когда пьешь, что-то попадет прям так, прям бе. Невкусно, как там рвотный рефлекс выпускается. Так, вот видите, таять начал. Ну, понятно, что... Шпината много не бывает. Он потом все равно весь растает. Весь высыплю. Навалила. Сковородка, ты где? Плита чистая, так что можно собрать. Не падать. Сейчас он растает. Смотрите, как растаял буквально за 2 минуты. Шпинатик. И все, буквально это уже блюдо готово. Можно смешать с гречкой. И все. У нас так телевизор выключается сам. Шумно.
Ой, господи. Как же у меня пугает этот мой WhatsApp, когда мне говорит, сама себя записала, и теперь шугаюсь, надо сменить срочно, потому что меня так, представляете, ночью лежу, а у меня подруга в России просыпается рано, и вот она мне с утра такая: Оксаночка, WhatsApp, чуть коньки не отбросишь. Вообще тишина такая, ночь, и тут: Оксаночка, WhatsApp. Вообще. Так, все, буду рыбу жарить. Про часон у меня, конечно, пипец, жарко просто. Вот, и мы сейчас приехали, тут вот этот магазин с мебелью, мы проехали что-то, а он, по-моему, закрыт. Пойду сейчас посмотрю, что это, почему он закрыт. Я хочу купить кровать и матрас, и никак. Не знаю, куда. Да нет, просто не то, что никак, я просто не занималась этим вопросом конкретно. Просто посмотреть. Муж поехал там заправляться. Я говорю, я сейчас зайду, посмотрю, почему закрыто. Слушай, так прохладно на улице. И пойду домой пешкарусом. А они все закрылись. Нету больше этого магазина. Ну ладно. Будем другое искать. Пойду пешкарусом. Сейчас у нас вообще очень много всяких организаций закрываются. Вот, поэтому печалька. А я сегодня на пляж не поехала, потому что я ждала. У нас же сейчас врачи, терапевты звонят по телефону. Помните, я где-то полторы недели назад сдавала анализы. И вот мне сегодня позвонить должны были. Было написано в 1:20, 1:10 позвонят. А позвонили 3:30. Естественно, у меня все планы разрушились. И все. Потом думаю, чтобы дома не сидеть, говорю, пойдем кровать посмотрим с матрасом. Ну, видите, закрылись. Надо в Гранаду ехать. А пока у нас ситуация такая, что каждый день вирус растет и процветает, лучше дома посидим. На старых матрасах, которые есть. Они нормальные, кстати. Не знаю, почему-то с подругой этот раз рассказывали. Так. Она говорит, смотрела твое видео, получилось, что там у тебя. Я говорю, нормальные матрасы. Просто их надо уже заменить. Кстати, и в маленькой комнате, и в большой. Вот, и кровать просто хочу поменять. Я же в маленькой комнате, когда мы переезжали, мебель всю старую поставила. И я еще кровать это уже давным-давно хотела, с ящиками, чтобы внизу были. И все, хочу. И вообще там мебель поменять всю как-то хочу. Ну вот, видите, очень долго хочу. И осталось еще много времени для хотения. Вот. И потом, говорю, сейчас прогуляюсь заодно с Чарли. Ну, видите, как. Хотя время 6:00, самая жара. Ладно, пойду я прибавлю ходу. А то так это чует. Так, прогулка какая-то. А надо спортом заниматься. Митик, мам! Смотрите, у нас написано «Prohibido fumar en toda la terraza». То есть на террасе курить нельзя. У нас сейчас вообще каждый раз строже. И курить на улице, если невозможно соблюсти дистанцию в 2 метра, курить нельзя. Поэтому на террасах, ну, типа дым вот так выпускаешь, типа слюна летит в разные стороны. Вот так вот. Курить нельзя, ходить нельзя. Шаг влево, шаг вправо. Расстрел. Так что лучше сидеть дома, выходить с Чарли в поля гулять, и все. Ешьте, пейте, дети, молоко, будете здоровы. А сейчас и молоко-то люди многие не пьют, типа им что-то там от него как-то плохо или что-то. Это вообще кобздец, пипец. Молоко не пьют, типа лактоза.
макароны не едят, там этот глютен или глютен. Господи, до чего мир дошел? Чего ты, Чарли? Ну, мы, слава богу, этим не страдаем. И молоко пьем, и макароны жрем. Вот, и курить не курим. Будем здоровыми. Сейчас хочу отварить рис на салат. Вот. Тут мне пару раз спрашивали, как робот мой готовит этот рис, гречку или еще-то какую-то крупу. Все очень просто. Наливаете литр воды вот сюда, в этот вот робот. Я не знаю, у кого-нибудь есть такие роботы? Пишите в комментариях. Вот, ну, мне кажется, они сейчас у всех есть. В общем, наливаем литр там вот до отметки литр воды. Вот такой вот тоже с ним продавался. Насыпаем риса. Риса сколько хотите, неважно сколько. Туда его отправляем. Закрываем крышкой. Все очень просто. Легко и просто. И отмечаем вот тут вот время 20 минут. Температура 100 градусов. Оборот 1. И все. И он варится. Все элементарно и просто, доктор Ватсон. Так, также я сейчас поставлю варить яйца. Ну, яйца все знают, как варить, да? 5 минут. Чтоб крутые были, 5 минут. 5 минут. 5 из... А что ты уже? А, я 20 секунд включила, а не 20 минут. Сейчас еще, знаете, что буду делать? Вчера план пообещала мужу. Вот. Сейчас буду флан готовить. Ой-ой-ой, вода потекла. В общем, готовить, готовить и готовить. Так. Ну, флан тоже легко готовить. У меня тоже есть рецепт на канале. А еще, знаете, сегодня такой прикол случился. Это яйцо точно двухжелтковое. В общем, не прикол даже, а у меня сегодня одна клиентка была на запись. Она каждую неделю ходит. Сегодня она мне пишет: Оксана, у меня муж, в общем, дал это, у него симптомы, представляете, этого короны, симптомы. Я там не стала уточнять, какие у него симптомы. Вот. Но, говорит, он пошел в этот, в поликлинику, и я, говорит, не рискну идти куда-то там, ну, она имеет в виду, так, подождите. Не рискну идти куда-то там в парикмахерскую, вдруг, говорит, я тоже это, того. Я, знаете, вот как говорится... Не пуганая, ну а вдруг правда она того? А мне это надо? Я не за себя боюсь, знаете, я боюсь за моих близких. Мы с родственниками встречаемся, там дети есть, там... Да мало ли, зачем мне нужна такая ответственность? И она вот молодец, что вот такая вот ответственная, говорит... Я, говорит, думаю, что нет никакого, там, никакой гадости во мне, но все-таки... Я говорю, ну ты меня держи в курсе событий, что почем и как. Вот. У нее муж работает, знаете где? Вот у нас тут многие там работают. Я не знаю, как они называются. В общем, собирают овощи, фрукты и везут на базу, да? И там они их фасуют. Чтобы потом в дальнейшем... Эти овощи, фрукты развозились по всему миру. Вот. У нас многие девчонки там тоже работают на этих альмасенах. Так как у нас зона такая, что у нас очень много всяких фруктов, теплиц, овощей. Еще раз повторю, Испания это не только туризм. Мы раньше в Россию только поставляли 30% всех овощей и фруктов. И вы знаете, сейчас типа
вот эти вот санкции ввели, да, что в Россию не поступают никакие фрукты и овощи в Испании. Все поступает, друзья, все поступает. Довозят до Латвии, до Литвы, там переоформляют документы, типа это не из Испании. И все везется также в Россию, как и раньше. Просто нужно переоформлять документы. Литва, вот это вот, они же все это Евросоюз, а оттуда уже с Литвой никаких санкций нету. И оттуда уже в Россию везутся все те же фрукты, овощи. Так что вот так вот, представляете, клиентка ответственная какая. Я говорю, ну ты сиди дома. Она такая, она, знаете, она и так сидела дома, она ходила только за продуктами и все. Она говорит, ну мне не привыкать. Я говорю, отдыхай. Нет, а и вот сообщи мне, что почем и как, что там твой муж. А муж у нее 60 лет ему. Мужу тоже не мальчик уже. Так что вот так вот, представляете? Даже работать страшно. До чего дожили. Это обычный грипп. Есть много людей, которые, знаете, от себя неверующие Фомы, которые не живут по Богам и которые бессмертны. Так проще жить. Отогнал эту мысль от себя, внушил себе, что ничего на свете такого нету, и живи себе спокойно. Только вот я еще раз говорю, я-то буду жить спокойно, но я не хочу, чтобы по моей вине какой-нибудь старик 80-летний или моя бабушка-клиентка, как говорится, померла. Поэтому надо быть более ответственным. Если вы не верите, не верьте, но будьте ответственны. Потому что бабушка, которая рядом с вами идет, может быть, завтра или послезавтра попадет в больницу, а через 4 или через неделю вообще помрет. Потому что вы не верили. Вот так вот. Вот такое вот мое мышление. Это опять я удалила. Ну, сейчас вообще весь мир об одном и том же говорит. Я вот о яйцах буду говорить. Варится. И о флане. Мне нужно сейчас пол-литра молока. Кому это надо, никому не надо. Раз пообещала, а то он смотрит вчера на мои эти. И это говорит флан, я говорю, нет. А вот это, я говорю, нет. Ну такой он сегодня такой стоит, говорит, а флан? Я говорю, я вчера поздно пришла. И мне некогда было его готовить. А вот сегодня мы с Чарли погуляли. Формочки. Они мне вот тут были. Ладно, друзья, я отключаюсь, потом еще включусь. Ну, вот рис сварился, его просто отсюда. Вот так достаешь за эту штучку. И перекладываешь куда-нибудь. Кстати, не разваривается такой хороший рис прям. И это. И смотреть не надо за ним. Я на салат люблю круглый рис. Потому что мне кажется, он больше, видите, впитывает вкус продуктов. Видите, обычно у меня всегда рис разваривается круглый. Прям становится какой-то кашей. А это рисинка к рисинке. В общем, классный. Напишите, есть у вас что-то наподобие. Такие роботы в яйца сварились. Этим осталось 25 минут. Так что все варится, все парится, все жарится, делается. Смотрите, какая у нас луна красивая. Видите? И закат. Пришла белье снять. И вам закат посмотреть, показать, посмотреть. У нас тут сосед туда. Свет поравил, у него там бассейн поставил для ребенка. А я наблюдала вот за этими полчаса, как она парковалась. Кстати, наблюдала не только я, но и вон тот сосед. Ну, короче, вот так все с балкона нависли и смотрели. Она, видимо, давно не брала машину. И, в общем, ну, в общем, да, не умела так припарковала. Все мы такие иногда бываем. Знаете, у меня иногда тоже такое бывает, знаете, как ступор какой-то.
Вот никак не могу припарковаться. Если у меня пару раз не получилось, все, я уезжаю с этого места. Потому что как дурачок, знаете, туда-сюда, тырк-пырк и никак. Надо завтра, кстати, порошок купить. У меня порошок закончился. Стиральный. И вообще уже список там составила. В Лидл завтра поеду. Ну ладно, буду сейчас с вами прощаться до завтра. Я и мой Чарли. Да. Иди попрощаемся. Какой-то Дитка валяется. Иди попрощаемся. Скажи всем пока-пока, друзья. Скажи всем пока-пока. Скажи всем пока-пока. Что за нитка такой, как бинт какой-то. Пока-пока. Всего самого лучшего. Всем пока-пока.